Всем привет, это Сафир. Продолжаем проходить... Ой, не новая игра. Продолжаем проходить Caster of Magic. Седьмая серия. Май 8-го года. Ну, я примерно в середине. Одного уже выпилил, с красным сейчас сражаюсь. Но прежде чем продолжать, я бы хотел бы вот бы что обсудить. Для тех, кто смотрит на английском, они, скорее всего, нифига не понимают, поэтому я для них напишу, что я тестирую, что это как бы не игра, не продолжение, это я типа просто пробую. И что я конкретно тестирую? До этого все свои игры, которые у меня есть на канале, я играл с этой включенной опцией больше рандомных предметов. И я как-то думал, что это типа прикольно, это дает некое разнообразие в игре, что артефакты выбираются в первую очередь не среди пула уже заранее созданных артефактов, а прямо на ходу как-то составляются среди там рандомных этих всех свойств, вот этого всего. Вот, думал, я так и играл, а что-то тут мне приспичило разобраться, как же эта грёбаная галочка работает. И в итоге вот к чему это привело. Вот посмотрим, что отключим эту галочку и посмотрим, какие предметы выпадают при захвате логова. Например, в конце прошлой серии я практически захватил довольно сильное логово, где было то ли 5, то ли 6 гидр, я уж точно даже не помню. Но в любом случае, это достойная охрана. И как награда выпадает меч. Он стоит 1600. Загружаемся. Смотрим еще раз. Нападаем повторно. Какая же будет награда? Посох. Шикарный посох. 1900. 1600. 1900. Ну, еще разок я загружусь, просто чтобы показать. Короче, когда артефакты не создаются рандомно, а выбираются среди пула заранее сгенерированных артефактов, вот в данном конкретном случае value где-то в диапазоне 1500-2000. Ну вот, тоже отличный посох, стоит 1500 маны на продажу. Окей, запомнили. Возвращаемся. И до этого я всегда играл с опцией больше рандомных артефактов. А теперь давайте внимательно посмотрим, какие же нам рандомные артефакты генератор создаст в том же самом логове. То есть value у артефакта точно так же до 2000. Это может быть очень крутой артефакт. Действительно ли нам создаст его? Это заранее созданный артефакт. Это фокус не удался, он точно так же в диапазоне 1500. Происходит это потому, что в половине случаев, то есть когда включаешь эту опцию, она не всегда начинает тебе рандомные артефакты генерить. Она в половине случаев по-прежнему выбирает среди заранее созданных. И таким образом value остается, ну, вот это вот, которое у меня было. А вот этот вот артефакт, скорее всего, она сама создала. Это не заранее созданный артефакт. В пуле артефактов такого нет. И он стоит 880 маны. То есть в тот момент, когда врывается этот генератор, давайте я создам рандомный артефакт, первый попавшийся артефакт, у него value оказалось в два раза ниже, чем заявлено. То есть, если бы артефакт создавался с помощью этого predefined, это вот заранее выбранный, тут еще можно было бы в два раза больше value вместить. А здесь я получаю артефакт, у которого value 900. Но можно еще посмотреть несколько раз, чтобы понять, может быть, мне просто сейчас как-то не повезло, она сгенерила артефакт в два раза менее ценный, чем он должен был бы появиться. Можно просто посмотреть на те рандомные артефакты, которые тут будут генериться. Это заранее созданный артефакт, насколько я понимаю. Это снова не считается. Короче, моя мысль в том, что это тоже заранее созданный артефакт. Снова 1900. Это все не то, что я хочу показать. Мысль моя в том, в общем, что если
артефакт выбирать из пула заранее сгенерированных, он будет раза в два, а иногда и в три раза более ценный, чем артефакт, который создает. Это снова не то. Все не те примеры, короче. Но здесь просто 50 на 50 и... Ой, да пофигу. Ну, здесь, короче, как повезет. Здесь может выбираться рандомные, создаваться, может готовые уже. Ну, вот это вот точный артефакт, который она сама решила для меня создать. В пуле такого нет. Артефакт, у которого форма призрака, элементальная броня, и стоит он всего 670. 670, при том, что реальная стоимость сокровища, которое здесь должно находиться, оно находится в диапазоне там 1500-2000. Она выбрала, создала артефакт, который стоит в 2-3 раза меньше, чем необходимая стоимость. Ну, можно еще один артефакт рандомный посмотреть, просто чтобы понимать, что всякий раз, когда... То есть вот когда эта опция включена, здесь, возможно, два варианта. Либо мне повезло, я получил уже готовый артефакт, либо игра его для меня создает. И если она мне создает, она создает трэш. Этот трэш будет в 2-3 раза менее ценным. Вот она создала для меня меч. Он стоит 860. На самом деле даже эти значения — это все равно много. Она вполне может для меня что-нибудь создать сотни за 3. Я прям гарантирую, она может это сделать. Но мне просто лень вот этот весь рандом показывать. А, в общем, к чему я все это дело подвожу? Наверное, я заканчиваю тестирование. Последний раз загружаюсь, уже сейчас буду нормально играть. Короче, я эту опцию нафиг отрубаю. Суть в том, что здесь огромный дисбаланс. То есть, если... Вот конкретно, да в любом логове, заявленная value артефакта, который там должен появиться, пусть там 2000. Если алгоритм выбирает из пула артефактов заранее созданный предмет, он с этим value 2000 выбирает артефакт. Если он начинает самостоятельно генерировать, он генерирует трэш, который... Ой, сейчас, секундочку. Спасибо. Ну так вот, короче, он генерирует... Самостоятельно, когда начинает это делать, он создает артефакт, у которого value находится в диапазоне 300-800. Он больше просто не в состоянии сгенерировать, несмотря на то, что вроде как логово позволяет, я убил сильных соперников, и тем не менее создание больше, вот этот рандомный артефакт, они не исчерпывают весь этот лимит никогда. Никогда не увидишь хороший артефакт. Это просто, ну, такой алгоритм. Поэтому надо понимать, что вот эта опция «больше рандомных артефактов» на самом деле на русский она переводится «больше говёных артефактов». И я тут внезапно понял, что вот все те игры, которые есть на моем канале, у меня постоянно эта опция была включена. Но это просто какая-то печалька, короче. Это просто непонимание механики игры и убогости вот этого алгоритма генерации рандомных предметов. Как бы с ним можно играть, эта опция не прям супер, все трагедия, короче, она ломает игру. Нет, не ломает. В половине случаев ты по-прежнему получаешь хорошие артефакты. Но играть, понимая, что вот тебе сейчас попадется рандомное говно или заранее сгенерированный артефакт, как-то демотивирует. Например, у меня вот есть вот тут башенка, где этот маг корячится уже в прошлой серии, там минут 20, наверное, ее ковырял. И, наверное, мне еще столько же предстоит ее ковырять, потому что там два архангела, а он из него маг никудышный. И вот это вот логово я ковырял тоже довольно долго. И понимать, что за захват этого логова мне могут выдать артефакт с value 300, при том, что честно заслуженно здесь value в районе 2000. Ну, не знаю, для меня это сильно демотивирует. Короче, я всем настоятельно рекомендую снять эту галочку нафиг. И в дальнейшем все мои видосики, до тех пор, пока этот алгоритм не пофиксит, они будут без этой галочки. Я там на форуме уже написал, что я думаю на тему вот этого вот всего. Не знаю, будет ли алгоритм правиться, вполне возможно. Ну так вот, ладно, короче, все, последний раз загружаюсь. Все, теперь я играю. Все, короче, погнали играть. Теперь я уже загружаться не буду, теперь я по-честному дерусь. И что выпадет, то выпадет. Но, по крайней мере, то, что выпадет, оно будет все-таки
оно гарантированно будет чем-то хорошим, потому что, как уже в процессе загрузок выяснилось, это логово обязано выдавать довольно дорогой по value артефакт. То, что она это не делает иногда, это исключительно косяк генератора этих рандомных предметов, который работает неправильно, на мой взгляд. Ну окей, какой-то посох выпал, и я уже не загружаюсь, поэтому что выпало, то выпало. Например, у меня есть вот этот волшебник, который как раз сейчас с архангелами дерется, и пусть у него всего 4 патрона, но вот это игнорирование брони, оно поможет гораздо проще эти бои проводить. Но, кстати, это не точно, у меня еще здесь есть сложный бой. Но здесь герои так справятся, ладно, это уж прям не обязательно. Короче, дальше я нормально все уже играю, нужно аккуратно действовать, у меня никаких сейвлоудов нет. Это просто нормальная, разумная игра. Короче, можно нападать. Ну, в общем, не знаю, для меня это было такое внезапное открытие, что на самом деле вот это вот... Я почему-то всегда думал, что когда предметы генерируются рандомно, они честно генерируются. Но в том плане, что если мне говно выпало, это значит, что в логове задумывался говно. Вот так вот я думал. Типа, я убил какое-то сильное логово, получил, там, не знаю, артефакт с value 300, значит, ну, там, не заслужил. На самом деле нифига не так. Просто я заслужил, но грёбаный алгоритм генерации предметов решил, что... Из артефакта, который, у которого value 200, он сделает какой-то трэш. Так, что я в этом бою-то делаю? Герой кидает один life drain. Просто потому, что у него маны на это достаточно. Я кину на него еще Guardian Wind, для того, чтобы в него не стреляли лучники. Ну, типа, я тут подставляю тролли, чтобы они там сами об меня суициднулись. Но что-то как-то дальше они не хотят самоубиваться об меня. Я жду, когда закончится мана. По-моему, она уже закончилась, а значит, можно кидать полет у этого героя. Почему я его взял вообще на все эти сражения? Потому что он колдовать полет умеет. В общем, такой у меня был день открытий. Я внезапно осознал, что... Более того, это типа даже так и задумывалось, по крайней мере, первая реакция разработчика была. Типа, ну а что ты хотел? Вот такой алгоритм генерации этих случайных предметов. Типа, взяли 4 рандомных свойства, ну и типа, ну и хорошо, и вот получите свой предмет. Блин, это реально такой убогий алгоритм. Так, город мне, не знаю, все, мне кажется, самое ценное все разрушено. Нет, здесь есть, конечно, комба вот это вот, которая позволяет, позволяет делать думдрейков. Но я не уверен, что это прям супер крутая идея, думдрейков тут штамповать. Так, лодка пытается из окружения куда-то уплыть. Не знаю, получится, нет. Ну, тут лодки нет, стоят, поэтому.
Эта лодка все равно не доплывет, и шаманы, давно мне руки чесались их отправить вон, вот туда вот. Тут сильный отряд, который, я не знаю, что с ним делать. Наверное, страдать. Так, и герой, который ко мне недавно тут пришел. Так, вот это все надо продавать нафиг. Это все отстойные луки. Отстойные посохи. Сейчас у меня наберется нормальных артефактов. Вот я все первые 6 серий я получал такое унылое говно в логовых. То есть у меня, по сути, было два хороших артефакта. Это вот этот вот меч. И вот этот вот меч. То есть это вот как раз, когда рандом решил, что окей, я не дам тебе рандомный предмет, на тебе заранее сгенерированный предмет. Все остальное это просто трэш. То есть, ну не знаю. Я верю, что теперь у меня сейчас предметы быстренько, я тут логово повскрываю и наберу такую коллекцию, что там все обзавидуются. Короче, герой пока сидит, у меня недостаточно для него артефактов, не знаю, что с ним делать. Этому герою я поменял посох, при этом он по-прежнему имеет 8-ю скорость. Так, нападаю. Он наносит 10 неблокируемого урона, поэтому... Ой. Поэтому сейчас будет минус Архангел. Причем вообще без вариантов. Ну, кстати, этот посох существенно ускоряет бой. Можно попробовать еще кого-нибудь забрать. Но у Архангела еще 26 маны, поэтому не сейчас. Сори, я немного кашляю. Какой-то он странный. А где Трусайт? Без разницы. Сейчас мана потратится. Теперь можно попробовать Dispel. Не прокатило, мне нужно было Dispel'ом снимать Bless. Ну и поскольку у него броня довольно большая, я думаю, выгоднее надеяться в этой ситуации на Warp Creature. Хотя это спорное решение. Наверное, у меня же, по-моему, я снял посох на минус spell save. Ну ладно. Ой, все, короче. Отставить это. Не буду я ничего делать. Ладно, последний разок стану. После этого перестану. А, кстати, прокатило. Вот это да. О, у меня flame strike есть. Без разницы. На следующем ходу вполне возможно я логово это захвачу. Причем у меня два флеймстрайка, оказывается.
Коня куда-нибудь выведу. Хочется, чтобы в городе было место для производства тролля. А то вот этот, вот, например, вылез, и не факт, что он теперь дойдет. Я здесь хочу вот эту башню брать. Сейчас к ней дорогу достроят, ну и пойду туда. Надо тролля сюда отвезти одного. Получается, для обороны он тут производится. Короче, патруль. Проход перекрывает. Ну и ладно. Тут просто разведка. Еды не хватает. Так, заклинание. Хочется призыв героя. Прям вот очень хочется. Может быть, даже сюда. Ну, ок, наверное, можно передавать ход. Да, вперед, нормально все. Здесь в этой игре уже не нужно играть идеально, мне нужно просто играть, можно спокойно передавать ходы, и вроде бы я себе сделал уже довольно большой запас в том плане, что все равно дело близится к победе. Здесь уже играет оптимально, играет не оптимально. Это ничего не изменит. Это желтый кидает. Мне показалось. А, ну да, желтый на меня напал, и Firestorm кинул. У желтого possession есть. Но это ни о чем герой. Все герои без артефактов, это несерьезно. Possession есть. Что еще у тебя есть? Давай, показывай. Warp Lightning есть. Окей. Еще что-нибудь может быть? Confusion у меня нет. А значит, молния есть. Молния — это неприятно. Секундочку, сейчас я отрублю звук, поговорю по телефону. Зря снимал трубку, это... У меня, короче, есть на телефоне приложение, которое должно определять, кто мне звонит, и по каким-то причинам этот звонитель не определился как реклама. Так, кстати, тут... Тут... Вообще, я этих троллей собирался отправлять на эту башню. Но появились другие варианты. Начну, наверное, с этого героя. Почти точно его ход не изменится. Да хотя не, нормально. Можно спокойно этих троллей посылать, пусть башни открывают. Даже несмотря на то, что желтый собирается со мной воевать, ну, меня это не пугает. У меня давно руки чесались взять эту башню. Я еще думал несколько серий назад этим заняться, но в последний момент передумал и решил, что лучший отряд боевых троллей отправлю сражаться с красным. Мне кажется, это было правильное решение.
Так, ну, короче, как-то так. Ничего себе, он выдержал два удара тролля. Это ненормально. Короче, тут пофигу, что делать. Легкая победа, стена огня, посох и амулет. Ну вот, кстати, видно. Тоже отличный посох. Тут даже спорно, теперь надо думать, какой посох больше дамажит. Мне кажется, игнорирование брони в этом случае оно менее эффективно. 6 атаки плюс 3 to hit это лучше, чем 6 атаки плюс игнорирование брони. Ну, если понимать, что 6 брони мне в целом не надо, то лучше. Так, этот посох тогда я отбираю. Этому герою я выдаю посох, он посохом умеет пользоваться. Будет флеймстрайки кидать, плюс бонус брони ему лишним не будет. Короче, этот герой продолжает ангелов пинать. Я кину монолик сразу. Кстати, из хороших намастей молитвы нет. Так, есть Трусайт, есть Трусайт Блесс и Трусайт Блесс. Ну, вначале надо пострелять в Архангела, а там видно будет. Так, есть два ангела. Ну, вроде бы я не могу их убить, получается. Ну, не могу и не могу, значит, в следующем ходу нападу еще раз. Типа подумаешь. Сейчас даже пытаться не буду. На следующем ходу у меня точно это получится. А сейчас вполне возможно, что я оставлю, допустим, одного ангела. Компьютерный соперник возьмет, подсуетится и отберет у меня. Зачем мне это надо? А на следующем ходу я потенциально смогу из двух ангелов зомби сделать. Правда, это не точно, но может быть получится. Так, а вот, кстати, у меня есть толпа вот этих ребят. Они не доходят. Но несмотря на то, что началась война с этим, Киаспон тут полетает. Открывает карту. Эти пусть для охраны просто встанут. Так, столица. Пытаюсь переправить каким-то образом это прикрытие лодки.
Пропуск, пропуск. Герой, получается, ни докуда не долетает. Ну, в смысле, четвертая скорость досюда, здесь дорогу заблочили. Вверх дорогу заблочил этот. Поэтому я просто возьму небольшую кучку троллей, оставшиеся город защищают, и пойду забирать все подряд. У него, кстати, дум дэмэдж от посоха, поэтому его урон теперь, ну, должен быть хорош. Мне кажется, лучше даже выстрелить. Ну, выстрел — это просто ваншот. Поэтому нормальная идея такая. Вот теперь уже можно там флеймстрайки покидать. Хотя у них урон-то смешной будет. Да, флеймстрайк, он только звучит громко, а на практике там дамаг копеечный. Ну, по сильным целям. Так, ну, ребята начали убегать, у меня 4 патрона, ну, на всех хватает. Можно еще попробовать зомби поделать. Не факт, что получится, потому что на минус спел сейф у этого героя артефактов нет. Но это все равно за бесплатно, поэтому можно попробовать. Не прокатило, ну и ладно. Прокатит в другой раз. Этот отряд мне не нужен, можно его просто на разведку отправить и там же и похоронить. Герой этот тоже мне не нужен, вот меч его надо отобрать. Кстати, вот герой, которому меч этот пригодится. Но без щита. Отряды куда-то вперед ломятся, без какой-то конкретной цели. Что-то тут все сложно. Больше боевых троллей. Ну и денег больше нет. Можно было бы тут попробовать еще купить. Ну, на всякий случай тут поставлю отряд. Так, теперь здесь. Ну, наверное, я его просто игнорю. Типа, что с ним возиться вообще?
В чем профит? Ни в чем. Можно просто забить. Три петуха. А, ну там не герой есть, короче, тут сидит. Чё я его это в патруле-то держу? Плюс 4 атаки. Раз, два. Он может петухов всех убить. Если я ему дам достаточное сопротивление, то может. А, я не дам сопротивление, я призываю героя. Понимаю. Зачем мне это? А, вот это кольцо могу дать. Не, это кольцо ничего не изменит, потому что на этом амулете сопротивление есть. Мне, короче, щит нужен какой-нибудь на сопротивление там или просто какой-нибудь. Ну, посмотрим, куда этот отряд пойдет. Если они решат на столицу напасть, это было бы вообще прекрасно. Так, теоретически, я могу сам на них напасть. Но делать я этого не буду. Вот. А где все-то? По этому городу огненный шторм прошелся, и все отряды разбежались. Ну, вроде бы нет смысла нападать. Я пытаюсь придумать оправдание, но не получается. Потому что паутину на меня кинут, и ящерицы меня изнасилуют. Плюс бой в ауре проходит, поэтому этот ход лучше пропустить и на следующем ходу начинать что-то делать. Так, ну а сейчас получается конец хода. Но это минус город. Я даже не знаю, имеет ли смысл тут как-то защищаться. Вполне возможно, что одного волшебника я таки смогу убить. Они вроде не пытаются его полечить почему-то. Нормально. Кстати, он, по ходу дела, город уничтожил, а не захватил. Ну, ок. Я не против. Наверное, ключевое мне сейчас желательно просто быстро ходить. Вот, теперь эти негодяи убили отряд. Ну так нечестно. Фиолетовый прямо полностью к себе всех присоединил. Вот эти ящерицы появились. Просто вообще всех. То есть вот этот отряд напал, стек гулей. Как у них это получилось так просто? Ну ладно. Теперь этот герой сразу ходит, потому что у него относительно простой бой. Наконец я захватываю это логово. Чтобы не было блессов, я кидаю мана лик и начинаю попытки с помощью варп-крича. Ни одного артефакта на минус спелл сейф у меня нет, поэтому
варп-кричи лучше кидать мне самому, потому что там скидка на них есть небольшая. Что-то чувствую, нифига у меня не получится. Короче, понятно, один точно придется убивать. Возможно, даже двоих. Ну, что-то совсем как-то это... Как-то не алё. 12 сопротивление, 30% его пробить. Наверное, я не готов тут еще один ход тратить. Я лучше... Лучше всех поубиваю и... Ну вас нафиг. Ну, мне интересно, какие здесь награды будут. В конце концов, я все еще не теряю надежду найти книжки заклинаний. Найти крутые артефакты, которые теперь уже не пустые надежды. Теперь это прям Эрслор и посох. Посох в плане value отличный, 1900, но посохов у меня очень много. С другой стороны, я призываю героя, поэтому вполне возможно, что нормально будет. Либо плюс 3 to hit, либо... Короче, сложно сказать. А так. Секундочку. Секундочку. Здесь, понятно, надо белого тролля покупать. Это без вопросов. Нейтральный отряд был убит. Куда тролли идут? Это логово я забрал какое-то время назад. Тролли могут попробовать выпилить... Так, а у меня есть все-таки для героя это? А, я во время боя могу на героя резист элемент скинуть. Что-то я туплю. Точно. Точно. То есть. Какой будет план? Раз. Раз. Два. Три. Ну, вроде норм. Хороший план. Отличный план даже, наверное. Секундочку, еще раз на телефон отвечу. Так, что-то я... Это, какой-то день рекламы. Так, желтый тут бегает. Я что-то не знаю, будет он со мной сражаться или ему пофигу на меня. Раз, два. Раз, два.
Ну, совместно вот этот герой не может напасть с остальными отрядами. Ну и ладно, наверное. Ну и подумаешь. Этот герой же летает, летает. Можно взять этого. Все, я на следующем ходу я заберу это логово. У меня есть план, я буду его придерживаться. Короче, этот тролль пока посидит тут. Тут совсем охрана никакая. Эти впятером пойдут ящерицу грохнут, а то она на мою территорию влезла. Я почти уверен, что смогу это без потери сделать. Может быть, даже в процессе нежить создам. Или нет. Без разницы. Башню я даже могу ему освободить, наверное. Так, эти готовятся на следующем ходу захватывать вот это вот, поэтому тут станут. Это типа так и задумано. Это просто дорога на будущее. Вполне возможно, что варлоков я потеряю, но мне на них уже как-то наплевать стало. Ну вот эту башню я назад не отжал. Ну ладно, другой раз. Герой пойдет прокачиваться, и как раз вот здесь вот уникальная возможность появляется. Поэтому он подходит поближе. Так, тут достаточно барахла. Не знаю, куда он пойдет дальше, мне страшно. Тут городская стена. Ой. Ну, ладно. Ладно. Пусть эта лодка здесь стоит. Мне кажется, так даже удобнее будет. Так, на этих наплевать. Тут и вчетвером справятся, потому что у меня есть хороший посох. У меня есть, кстати, еще один хороший посох, хоста. Не, не обязательно. Мой вполне, вполне норм. Броня довольно высокая. Короче, все в порядке. Это сейчас что было-то? Кто так в меня бахнул? Мне кажется, это волшебники. Негодяи-волшебники. Ну, волшебника надо сразу тогда. Типа это пока-пока. Так, героя лечу. Этот тоже пусть бежит. Куда-то вдаль загадочно. Так, ну норм. Волшебник, конечно, все еще живой. Но это ненадолго же, правда? Так, где моя гребаная паутина?
Пока просто окружу его. На следующем ходу так, всего 4 патрона. Пришло время флеймстрайков. Ничего себе, флеймстрайк даже фигурку одну забрал. Флеймстрайк не бесполезен. Не, ну, ок, лечение. Вообще не страшно. Что еще делать будешь? Еще лечение? А еще лечение есть? Прикольно. Так, есть еще 2 патрона. Ну, получается, я гарантированно всех убиваю. Можно спокойно раскидываться лайфдрейнами налево и направо в надежде создать зомби хоть из кого-нибудь. Не, город мне. Ну, кстати, получилось. Это всего лишь лучник, но на халяву и лучник сойдет. Отличное производство в городе. Этот герой. Кстати, кто в башне? Колоссус. Между прочим, колоссусы от троллей очень прям на ура помирают. Четыре колоссуса и 3 спрайтса. Полным стеком троллей можно нападать. Оставлю пока этих двоих здесь. Может быть, не знаю, когда-нибудь позднее пригодятся еще. Пока я не очень понимаю, как их использовать и зачем. Тут опасные ребята. Но их, правда, на одного меньше стало. Два хода до героя. Передача хода же правильно. Правильно. Ну, вроде да. Желтый получил контакт с фиолетовым, но это не должно быть проблемой. У них разные школы магии, поэтому неважно. Ой, надо было убегать, что-то я ступил. Убежать был шанс, пусть небольшой, всего там 33%, но он был. На столицу наплевать. Хотя, по-моему, у меня там есть тролль, поэтому всех в любом случае не убьют. Тролль всегда будет здоров. Герои без артефактов – это деньги на ветер. Так, а тут-то что такое? А 18 хитпоинтов.
Ой. Мечников ваншотают, поэтому мечником сразу пока-пока. Ну вот с этими даже не знаю. Какого-нибудь кабанчика призову, вполне возможно, что они на него сагрятся. Компы они такие. Нет. Лошадь убила варлока. Лошадь убила варлока. Негодяи. Не, ну позэшн на варлока вот это уже маловероятно. Ну, короче, минус один юнит. Ну, рано или поздно я, конечно, их всех потеряю. Это само собой. Ты сам на меня нападаешь. Чего-то наезжает. Чего ему надо? Что было не так? Есть довольно большой отряд тут, его, ну, по-хорошему надо бы грохнуть. Так, тут планировалось совместное нападение. Четыре тролля. Ну, для совместного нападения, на самом деле, мне больше надо троллей. Так, я могу до сюда дойти. Хорошо. Сколько в окрестности есть троллей? Мне нужно 7 штук. Я беру 7 штук, и мне типа этого будет достаточно. Ну, я надеюсь. Или не рисковать и не выпендриваться. В две волны напасть. Не, серьезно, нападу-ка я лучше в два захода. Герою, кстати, такая огромная скорость уже не нужна, но ему нужен полет. Но вот этот артефакт не нужен, поэтому его можно снять. Вот у меня есть чуть более дамажистый амулет. Его выдать. Ну да, как-то так вроде бы нормально. Так, от окаменения я защищен.
Скорее всего, я бы справился. Возможно, я неправильно сделал то, что не стал рисковать. Из него я нежить не могу сделать. По-прежнему 240 кастинг скилла. Это тоже то, чего меня постоянно останавливает. Попытался подлечить, не вышло. Ну ладно. Так, ну и дальше просто пропуски хода. Этих пятерых можно отправить отбивать вот эту башню. Бдыщ и нет героя. На Warp Lightning по барабану. Не знаю, можно паутинку кинуть. Все как-то попроще будет. Опять же, Warp Lightning наплевать. Кабанчики тоже фигня. Окей. Соперник убегает. Все отрегенят, легкий бой получился, и минус ударный отряд для этого негодяя. Даже две славы целых получил. Так, тут, конечно, каждый ход по боевому троллю. Это наше все. Тут вроде бы не опасные войска. Подкрепление добежало до города. Тролли могут выходить.
Честно говоря, мне хочется уволить этого героя. Ну, почти точно от него толку-то не будет. Плюс на следующем ходу мне в любом случае кого-то придется увольнять. Мне кажется, время пришло вот с этим прощаться с Бардом. Ну, он типа был немного полезен, но его время уже все. Плюс один атаки троллем дает. Ладно, пусть пока поживет. Немножко позднее я его грохну. Короче, беру своего героя, всех троллей. И вот этот отряд выпиливать. Ну, видимо, да. Звучит как план. Тут все и так раненые. Сейчас я их буду еще флеймстрайками бахать. Сразу инженера грохну, а то он любит убегать, и еще при этом иногда у него это реально удается. Это так мило, что он пытается спасти своего юнита. А против этого Life Drain спешит. Но девятое сопротивление, поэтому у Life Drain, конечно, ничего не получится. Но вероятность есть, поэтому я ничего не потеряю, если попытаюсь. Прокатило. Для обороны города, между прочим, отличный юнит. Так, эти все, вот эти два вообще в обороне стоят. Это логово мне лень им заниматься, поэтому не трогаю. Героя я хочу потерять в битве где-нибудь. Нет. Ну, кстати, довольно перспективно. То есть взять вот эти все отряды, можно сюда напасть, можно... Это мисклик. Ёлки-палки. Это пипец, кстати. Это прям... Это потенциально вообще фиаско. Это минус весь отряд может быть. Тупость. Я не хотел нападать. Зачем? А если я потеряю этот отряд, я буду долго материться. Ну то, что реально, что за фигня? Я... Теоретически мне хватает паутин. Практически это ничего не значит. Хватать мне их может хватает, а потом выяснится там что-нибудь другое совсем.
Даже если я выиграю этот бой, это все равно плохое нападение. Ну, то есть, так вообще нельзя играть. Да пипец вообще. Чё делается-то? Даже одного Думдрейка не пробил. Это из-за того, что у него эта аура нехорошая. Вообще нехорошая аура. Так, мне нужно... Ну, хоть сюда паутину не надо. Мне нужно 4 паутины. 4, 8, 32. Мне есть 13 кастинг скилла, которые я могу потратить. На ровном месте устроил какую-то боль. Причем, блин, я реально могу проиграть. Это не просто боль, это... Ой, все, короче. Если я кину блесс, на меня не будут никакие страхи работать. Ну что, задача добежать до пушки теперь. Ладно, есть надежда, есть. Ну то есть, конечно, все плохо, не без этого. Но и надежда тоже есть. За лодкой теперь это бегать. У нее патронов фигово туча. Ой, из хороших новостей у меня лишняя паутинка нарисовалась, потому что один отряд об меня самоубился. Все. Больше магии нет. А нет, есть еще, ладно, слабость есть одна.
А можно не надо? А можно не надо убивать моих троллей? Ладно, кое-как вытащил, но это прям жуткий косяк. Я не планировал, конечно, так делать. Не повторяйте это, как это в домашних условиях. Плюс 2 тухит все равно, он довольно хорош. Я еще не выиграл, между прочим. Ну, то есть, к этому, конечно, все идет, но абсолютно нет никакой гарантии. Фух, фух. А если этот нападет на город, то... Ну, два либарчика, ладно, нормально будет. Этот отряд я должен заблочить, получается. А вот петух есть. Но петух ни до куда не доходит. Короче, этот герой, получается, его час настал. Можно у него отобрать этот артефакт. Смерть его близка. На самом деле нет, но кто знает. Так, я могу выдать ему какую-нибудь дубинку. Тогда появится Black Prayer. Ну вот это, конечно, жутчайший был провал, прям провал провалов. И этот лодка тоже не допл... А, эта лодка теоретически может вот что сделать. Она может отгрузить немножко мусора в город, тогда, возможно, некоторые отряды испугаются и не полезут. Тут эти еще негодяи бегают. Не нужен мне здесь фермерский рынок. Так, теперь местная толпа боевых троллей. Их у меня тут... Но я вижу только 4. Можно 2 оставить в городе. А вот этих двоих оттащить вот в этот город. Ну, потому что пока дел для них я не вижу никаких. Призыв героя наконец-то сейчас будет. Торжественный момент. По графику, кстати, красный там куда-то на дно летит.
Ну, это само собой. Сюда бы не помешал этот начезай повесить. Красные начинают свою же территорию разваливать. Ну, в принципе, здесь единственный вариант, наверное, это блэкслипы. Это, конечно, не точно. Не знаю, надо было ему выдать все-таки артефакты. Я что-то постеснялся. Подумал, что мне ничего не светит. На самом деле нет. На самом деле все не так уж и плохо. Девятое сопротивление. Ну, я могу на него паутину кинуть, тогда он не сможет бить летающих. Это тема номер один. Город, правда, расфигачит. Отлично. Разбегайся кто куда. Так, что делать? Есть, опять же, седьмой резист. Но седьмой резист это, видимо, Black Sleep точно так же. Либо Life Drain. Мне кажется, Black Sleep покруче. В том числе и этим героям. Не поперло. О, норм. Нормуль. Двадцать маны есть и последний юнит. Но, возможно, на всякий случай лучше дом Дрейка выпилить. Чтобы он не пытался его диспелить. Ну, короче, как-то так. Black Sleep опять. Шаттер еще есть. А, вот вертига есть. Но шаттер, наверное, лучше, правильно. Минус 3 to hit. Это будет минус 2 to hit. Ну, мой алибарчик вполне возможно выиграет, если это реально сработает.
Напоследок все-таки попробую Black Sleep еще разок. Супер. Просто супер. Ха. Не прокатило. Довольно сильно отряд грохнул. Надеюсь, больше не будет таких нападений на этом ходу. По ошибке вывел троллей. Сразу же накинулись на игрока, совершающего мисклики. Ну, сколько ж можно. Тут тоже негодяи набросились. Так, а здесь-то что делать? Confusion. Есть вот эти брызги. Патроны сжечь нафиг, урон нанести. Но опять же, Black Sleep, мне кажется, самое правильное решение на вот этого юнита. Сражаться с ним все-таки дело неблагодарное. Ну а тут, возможно, слабость кинуть лучше будет. Продуктивненько. Ладно, нормально. Четвертая атака, это уже не так страшно, как было до этого. Снова Black Sleep, рано или поздно должно сработать. Должно сработать. Да что такое-то? А можно не надо? У этих святош вторая скорость. Я могу паутину кинуть. Но вроде бы это бессмысленно. Поскольку у него пятая атака, он решил, что он достаточно смел и готов идти вперед. Проблема в том, что это реально так. Он убьет всех моих охранников. Дай ему только волю. Пошли разрушение города, но юнит всего один. Город переживет. Тем более, там, по-моему, и так уже все разрушили. Ну, ничего интересного там нет.
Я бы еще подумал, если бы там можно было бы Amplifying Tower, там, не знаю, 8 населения. Ну, окей, население продуктивненько, конечно, бахнули. Молитва не сработала, фаерболы тоже не работают. Не, нет смысла, проще потерять его. Мне ману жалко тратить. Это еще что такое? Вот откуда ни возьмись, появилось вот это вот. Ну, 10-й резист у гаргулек, поэтому... Что делать с гаргульками? Это вот так. Вот этого юнита лучше грохнуть. Он кастер, он может на первый ход какую-нибудь гадость сделать. Как бы варлоков-то спасти? Да вроде бы никак, можно просто, не знаю, так сделать. О, понимаю. Понимаю, игра. И possession еще это все как надо сделал. Это сразу минус 2 варлока. Я еще и проиграл. Ну ладно, они мне уже были не нужны. Довольно неприятно, конечно, но... Ой, да... Вот сейчас, кстати, надо вот что сделать. Попросить своего союзника подключиться к войне. Ну, такой герой... Он виндвокинг, он... ладно, он не бесполезен. И для него можно что-нибудь придумать. Вот что я хотел. Так, тебя зовут Аберик. Дорого. Ну давай, ладно. Короче, всем очень желтого. Так, начну я этот ход захвата этим героем логова. Бой относительно простой должен быть и без вариантов.
Да, поэтому вперед. Полет есть. Посох и топор. Посохов жутко много. Ну, у меня очень много таких посохов. Уже можно считать, что это плохой рандом. Мне бы лучше там щит какой-нибудь. Мне эти посохи уже там совать некуда. И, кстати, там не было книжки. Книжки по-прежнему прячутся. Так, допустим, кавалерия. Ну, чтобы грохнуть этот отряд, большого ума не надо. Достаточно взять пару кого-нибудь. Вон у меня лодка с юнитами плывет. Так, паутина, и вперед его убивать. Он мне просто проход блокирует. Так, теперь этот герой с отрядом идет дальше по дороге. Красный. Ну, опять же, это достаточно абсолютно любого юнита. Ну, можно вот этим мечником это сделать. Окей, но он сейчас... Вот сейчас я не понял, ты же убегаешь всегда. У них первая скорость. Я не понял, что произошло. Они что, решили, что... А, типа, сеттлер летает. Типа, я не смогу убить сеттлера, потому что... Не, он убежал. Ну, фиг знает, о чем он думал. Amplifying Tower. Короче, полностью отстроенный город. Heavenly Light. Так, и что мой герой-то умеет? Он все еще с этой дубинкой бегает. Тут есть 4 волшебника. Ну, наверное, и все. Я думаю, на этот бой можно спокойно взять еще какое-то количество боевых троллей. Ну вот сколько влезает, столько и взять. Еще можно одного вот этого забрать. Так, ну и вперед. Вначале подожду, попробую, может быть, другими какими-нибудь юнитами похожу. Там накопаю какой-нибудь, не знаю, артефакт.
А, у меня еще герой есть. Ну, кстати, я могу этого героя тоже на бой отправить. А герой может получить какой-нибудь предмет. Не, он еще неопытный, ему слишком больно будет. Его надо вначале обмазать какими-то боевыми заклинаниями, только потом можно лезть. У этого героя хотя бы есть там героизм, хотя бы... И все. Ой, ладно. Че, реально только героизм? А заклинания какие? Так, сейчас я обдумываю последние штрихи. Четыре волшебника против одного моего героя с 19-й броней. В целом звучит как план, но на всякий случай резист элемент повешу на героя. Ну и можно нападать. Да, они даже не стреляют по герою, это хорошо. Мне прям нравится, когда они не пытаются по нему стрелять. Не надо. Даже и не думайте об этом. Есть волшебники, у которых не потрачен кастинг-скилл. Бахнув такого волшебника... Ну, можно паутинку кинуть. Допустим, сюда. Еще одна паутинка на следующего волшебника. Волшебники больно стреляют. Я на всякий случай не хочу в этом бою никого терять, потому что у меня нет полной уверенности, что я выиграю, а значит, ну нафиг. Ну ок, с волшебниками разобрался, теперь надо как-то тут прорываться. Ну причем они реально же злые. Секундочку.
Так, я вернулся. С этим что делать? Хороший вопрос. Наверное, для начала бахнуть флеймстрайком. Для продолжения, наверное, тоже еще разок бахнуть. 12-я броня плюс 1 тудев за стеной, это 15-я броня. У меня 12-я атака только. Если я начну бороться, тут 15-я броня. Это какие-то фантастические значения, я даже не очень понимаю, что с этим делать. Надо искать какие-то варианты. Ну, что-то типа Confusion не должно прокатить. Black Sleep, да тоже вряд ли. Там вероятность слишком низкая. Но что-то как-то очень круто. Из хороших новостей я могу этот бой пока все еще просто свести на ничью и со второго захода на следующем ходу только добить оставшихся. Сейчас пока ничего не делать. Ну реально, вот что с таким сделаешь? Ой. Очень много фигурок. Девять урона могу... А, мне три патрона еще есть. Ну, в первую очередь, наверное, надо убивать юнита с максимальной броней. От этого, то есть... Типа, он много вреда не нанесет. Надеяться на это. Ладно, сейчас посмотрим, что он дальше делать будет. Мне, честно говоря, страшно тролля подставлять. Они мне его прям сгрызут. Вообще на раз-два. Один хитпоинт. Ладно, подставлю одного, посмотрим, что получится. Я даже одного не могу убить. У него один хитпоинт. Он мне одну фигурку убил. Нет, это какая-то фантастика. Я буквально 0 урона нанес.
Короче, я не знаю, что делать. Я буду просто тратить ману. Вау. Божественное решение. Так-то у меня даже надежда появляется тогда. Интересно, он тролля сможет убить? А чё никто не это, не двигается? Да не, нормально все. Я зря паникую, на самом деле. Все не настолько плохо. Ну, то есть плохо, конечно, но не настолько. Ну все, остался-то всего один. И не так уж и страшно. Bless, Flame Blade, Endurance. Пойдет. Адамантиум. Armored Guild. Amplifying Tower. Это все. Это город моей мечты. Здесь можно уголь еще. Можно каждый ход покупать Doom Drake'ов. Да, деньги есть. Можно покупать. Так, это пока ждет. Эта лодка тоже ждет. Вместе с мечником ждать гораздо интереснее. Здесь вроде бы нет смысла нападать. В городе постою. Так, а куда отряд-то делся? Новый город построил. Типа он уничтожил город, чтобы потом... Какой-то странный товарищ... Зачем было уничтожать город, если он точно такой же собирался построить? Здесь был город троллей, он именно его и отстраивает сейчас. Что-то странное решение. Так, Summoning Circle сюда и Magic Spirit сюда нужен. Так, теперь война с желтым. Ну, как бы никакой войны нет, у него здесь всего два юнита, это несерьезно. В принципе, я даже могу этот город забрать.
Ну, собственно, почему бы нет? Заодно, может быть, и кастинг-скилл подрастет. Тут вообще никакой охраны нет. Кабанчик, рили. Больше ничего нет? Молния? Еще что-нибудь? Кракскол куда кидал? Это единственный, кто умирает от кракскола, остальные нет. О, у него Mystic Search есть. Полет. Ну ок. Допустим. Здесь два варианта. Либо диспел кидать, или паутинку. Интересно, он ворота занимать будет? О, прикольно. 13 атака. Только что как раз с такими сражался, у которых была что-то типа 13 атаки. Ну, в целом все норм, стоим, регенимся. Вообще, плащ страха тут довольно сильно будет смотреться. У них низкое сопротивление. Короче, всех обмазал какими-то бафами. Сейчас пару ходов потуплю и пойду это врываться в город. Прям уже даже не через стену, наверное, сражаться можно. Тут довольно сложный вопрос. Ну, у меня как бы нет столько троллей, чтобы запихивать на всю карту на Арканусе вот это вот дело. С другой стороны, если мне будет не лень защищать этот город, я получу плюс немного кастинг-скилла. Плюс 6. А поэтому... Ну, фиг знает. То есть, с одной стороны хочется, с другой стороны...
Непонятно. Короче, если я возьму этот город и не буду уничтожать, то проблемы будут. Мне кажется, мне не нужен этот город. Я его лучше, наверное, разрушу. Пусть он полностью отстроен, пусть этот город ящеров. Но что мне в нем ловить? Просто атаки какие-нибудь. Нет, это, конечно, вариант. Нафиг пусть идет. Сложно его будет удержать. Мне этот отряд лучше, чтобы он бегал где-нибудь по карте и пугал врага. Так, ладно, короче, у меня довольно длинная получается уже серия. Я пока сделаю паузу и... Прервусь на этом. Ну, не знаю, на мой взгляд, довольно хорошая серия. Есть прогресс. Желтенький сейчас потихоньку начнет вниз падать. Красненький уже довольно сильно и так упал. Ну, один город минус у желтого, это так несерьезно. Это там, не знаю, он потерял 10% своей, даже не 10, меньше, наверное. Тут территория моего это соперника. Ладно, короче, дело делается. Самое загадочное в этой игре, где все книжки, потому что у меня до сих пор не найдено ни одной книжки. Но я, конечно, здесь скоро эти логово тоже позахватываю. Возможно, они там все лежат. Но пока где все книжки, это вопрос открытый. Ладно, на этом все. Продолжение следует. И всем пока.